Итак, целый год ждали, планировали, и наконец-то мы все-таки совершаем восхождение на Кампаниле Бассо. Вот, вокруг красота нереальная, журчит река, или горный ручей, правильнее сказать, но скорее река. Вот, красота очень-очень большая, не знаю, очень красиво здесь в горах. Описать словами как-то трудно. Вот. Значит, нам еще нужно сделать два таких подъема. Высота будет где-то 2200. Хороший солнечный день. Вот, очень советую всем, кто не был в Италии, посетить. Потому что эта страна очень красивая и несет в себе очень много сюрпризов. Много разных красот, неожиданностей. Есть куча мест, как исторических, так и природных для посещения. Так что это все достойно внимания. Ну, а дальше, значит, по мере восхождения будем снимать следующие отрывки видео.